Я записываю. Чё, как, зрители, которых нету в нашей... Вот не буду я вообще это выкладывать. У меня слишком сильно играет Бонни Тейлор. И я Battlefield 4 вообще во все края. Пиздец, серийный номер не подходит, ёпта. А он не хочет работать. Соси. Соси просто. Взорвал не то, а мне насрать. Ах, бич! Вы заметьте, сколько старых песен, говорю, 80-х, было вот этих моментов, когда ту-ту-ту-ту-ту, и потом такой какой-то проигрыш играет, и потом такой... Ну, где вот мелодия так поднимается, или певец такой поднимает тональность своего голоса, это максимальный возможный... Ааа! Тварь! Задавил его в жопу. Вот поднимает свою тональность голоса до максимальной... Ну, вы поняли, да? А сейчас как бы просто сейчас вообще никто не поет, если подумать. Кто-то держит точку, какая-то сволочь бегает и не дает мне захватить точку. Попа, ты меня жипа завалил, тварь. Ты хоть знаешь, как это прискорбно. Мне нужно скачать какое-то этот радио. Где все песни, вот это такие песни, которые па-ба-баб. Ах ты, тварь. Это Хитман, мне кажется, надо было вот это все-таки. Тварь! Вот сидит снайпер, че ты, сволочь, сидишь? Че ты сидишь? Вот че ты сидишь? Кого ты там высматриваешь? Покажи мне, тварь. Ну вот ты убил, никого ты не убил. Вот я видел по киллфиду, никого ты. Ты сейчас записываешь? Да! Да! Я просто хотел сказать, что это как с телевизором. Кстати, почему-то машина приехала, там вообще никого нету. Странно. Джип приехал, там никого нет. Сволочь, садись. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Его убили, кажется, нету на живых. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Оп, я задавил другого человека, круто. Пип-пип-пип, я взорвался. Ну, нормально. Не, в 80-х песни были лучше, чем сейчас. Jesus Christ. Хотя сейчас все равно могут Я умер. Сейчас все песни это как плацебо. И то плацебо это хороший еще вариант. Какие-то они все болезненные и ненормальные. Послушаешь так песню, хочется взять и пустить пули в лоб. А причем почему? Почему так песни стали делать? Раньше все было хуй. Раньше, блин, не знаю, войны во Вьетнаме, какая-то хрень, блин, холодная война, все друг друга бьют в любой момент. Сейчас все нормально, кризисы эти экономические, да и насрать. И все равно какие-то песни, что, блин, я лучше бы себя убил вообще, чем жить в такой стране. Why the fuck? Why the fuck такое дерьмо? Окей, танк едет на меня, я такой... Fuck you, танк! Я поставлю на тебя C4, иди в жопу. И взорву вместе с собой. Как насчет этого, бич? Как насчет этого, сучка? Думаю, я буду ждать, отбегать, хрен тебе! Ну вы чё, вы как бы справляетесь с ситуацией? Меня убивают, например. Да, what the f... Я улетел в космос! А чё ты сейчас делаешь? Я улетел сейчас в космос! Я шел в стену и улетел в космос! Прикиньте? Кости настраиваю, чтобы сурсилмейкер понимал то, что необходимо. Я могу тебе экран сказать. What the fuck was that? Пацан... О, у меня кажется микрофон слишком громкий. ОААА! Да, подожди! Понятно. Блин, ну респаун, офигеть, просто 10 из 10. Чтобы сохранять. Не видать, только появляется... Будь проклят 7 твоих поколений, ублюдок! Его убили уже. А, наконец, я взорвался 4. Ты собак убил! Ты сраная, получил, чё, чайный пакетик. Меня бесит, что тут нету класса вроде специалиста, как Battlefield 2, который был C4, и автомат нормальный и прочее, который мог справиться с любой ситуацией, считай. Мне в жопу расстрелял надувной катер. Он надувной катер, он меня чё, воздухом что ли расстрелял? Нахерей?
блин, сосить. Не могу водить. Я сейчас не в состоянии водить. На тебе в попу, петух. На, еще тебе петух. Блин, меня зарезали, откуда вообще взялся? Ладно, ладно, в раунд, ду-ду-ду-ду. О, теперь давай сиди в углу. Конечно, давай ты меня убьешь, будь в углу. Как обычно, все, конечно, да. Паря, почему ты умер? Куда ты катишься? Куда ты скатился просто в пляж? Паря скатился, просто был тортом и скатился в пляж. Какие у вас любимые песни из 80-х голосования? Дайте написать в комментариях. Я, конечно же, выберу лучшие из ваших вариантов и проигнорирую их в следующем ролике. Спасибо. У нас дек, кстати, захвачен, он даже не заехал туда. Сволота. На, ты не подох. Зря. Я вернусь и закончу начатое. Окей, закончил одного. Сейчас закончу второго. На тебе второй, второго уже закончили за меня, ладно. ПТР возьмем. Прикрытие! Соси. Да какая помощь? Я из пулемета крупнокалиберного по нему стреляю впритык. Какая помощь тут может быть вообще? Вы что, сиранули в башку себе? Все чем-то заняты, один я сижу в Battlefield'е и просираю. Я сейчас грузоподъемником пытаюсь давить. Он меня игнорирует! Сраный снайпер игнорирует меня! Я пытаюсь его задавить этой штукой! Ну все, сволочь. У меня и автомат есть, между прочим. Да его кто-то за меня убьет, ты что? Ах ты, блин. Его еще труп катится, блин. Окей, вот. Ладно, я провагил. Ой, я кого-то задавил! Я кого-то задавил? О, блин, еще кого-то задавил. Круто, норм вообще. О, танк. Танк. Сейчас меня чуть не задавили. Танк. Лох. Почему я не могу прыгать? Тут никого нету. Почему ты стреляешь? Вон там противник убили. Нормально, я сел в машину. Никто не сел ко мне, потому что не... И я пойду задавлю, его уже убили. Что за фигня? И меня самого прикончили. Потому что я медленный лох. Мы выиграли!